Военно-патриотическое объединение «Поколение» уже более 15 лет успешно внедряет программы проведения учебных занятий по воинским дисциплинам, а также организует сезонные учения, сборы, семинары и полевые выходы. Целью проведения таких мероприятий стала организация непрерывной работы в строгой воинской дисциплине, а также закрепление учебного материала в условиях, приближенных к реальным боевым. Программа военных учений была разнообразна. Участники лагеря вместе с инструктором военно-патриотического объединения «Поколение» отрабатывали различные боевые удары. 3, 4. Также среди воспитанников лагеря проводились соревнования. Между собой они состязались не только в боевом мастерстве, но и в скорости. Например, на время разбирали, а затем вновь собирали автоматы, показывая при этом неплохие результаты. Все, 41. Подобные военно-полевые лагеря организуются в городе на протяжении 15 лет, пропагандируя таким образом военно-патриотическое воспитание молодежи. Такая учебная полевая практика позволяет обучать воспитанников Центра военному мастерству непосредственно в процессе проведения работ. Подводя итоги военных учений, организаторы выразили надежду на привлечение новых участников, а воспитанникам Центра, в свою очередь, хотелось бы снова поучаствовать в подобных мероприятиях.